Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Магазин FixPrice не перестает радовать новинками, буквально каждый день появляются новые интересные и полезные товары. Сегодня вместе с вами отправимся в магазин FixPrice, который находится по адресу город Саратов, улица Чапаева, торговый центр Аврора. Надеюсь, что видео вам понравится, так что не забывайте его оценивать и подписываться на канал. Форма для запекания торговой марки Luminarc. Диаметр 18 см, высота бортиков 7 см. Форма выполнена из упрочненного стекла, ее можно использовать в духовке. Максимальная температура использования плюс 250 градусов. Отлично подойдет для запекания вторых блюд. Также форму можно мыть в посудомойке и использовать в микроволновке. А еще отличный вариант использовать в качестве салатника. Производитель Франции, торговая марка Luminarc. Цена 249 рублей. Высокая кружка, рельефная, объем 400 мл. Достаточно тяжелая, выполнена из фаянса. Четыре цвета на выбор, сделаны стаканы в Китае, цена 77 рублей. Термосалфетка, размер 44 на 29 сантиметров. Выполнена из пробки, с обратной стороны покрытие из пластика полипропилена. Можно использовать для горячего, максимальная температура 100 градусов. Сделаны термосалфетки в Китае, в ассортименте 4 дизайна. Цена за одну штуку 77 рублей. Новые тарелки от марки Luminarc, тарелка обеденная диаметром 25 сантиметров. Выполнена из упрочненного стекла, есть отметка о том, что можно использовать в посудомойке. Эта тарелка стоит 149 рублей. И тарелка суповая диаметром 20,5 сантиметров, можно использовать как для первых, так и вторых блюд. На обеих тарелках изготовитель указан Франция, цена также 149 рублей. Доска с новогодней тематикой. Похоже на разделочную, но, скорее всего, это чисто декоративный вариант. Выполнена из дерева, а точнее из фанеры березы. Также в составе есть картон, с обратной стороны ламинационная пленка. Эти доски символом года, следующий год – год тигра. Рисунки, конечно, очень красивые. Доски отличаются, в ассортименте 5 разных дизайнов. Производитель России – город Москва. Цена 77 рублей. Банка новогодняя с крышкой, объем 600 мл. Сама банка выполнена из доломита. На крышке есть силиконовая вставка, за счет которой закрывается очень плотно. В ассортименте два варианта, банки отличаются, и оба варианта с гномиками. Сделана банка в Китае, цена 249 рублей. Также из этой серии гномики есть ложка-подставка, выполнена также из доломита, цена 149 рублей. И тарелка новогодняя, есть в форме звезды. И в форме елочки. Цена также 149 рублей. Вся эта посуда сделана из доломита. А как показала практика, доломит воды боится. Поэтому, если будете мыть эти тарелки, точнее, когда их будете мыть, вытирайте их сразу насухо. Иначе они все могут потрескаться. Блюдо сервировочное. Новый размер 30 на 30 сантиметров. Блюдо очень тяжелое. Оно выполнено из камня, состав сланец. Такое блюдо идеально подойдет для подачи суши, роллов, мясных и рыбных блюд, пиццы, закусок, а также для подачи десертов. Блюдо тяжелое, и так как оно выполнено из камня, будьте осторожны при транспортировке. Купить такое блюдо в FixPrice можно за 249 рублей. Щетка для мытья 2 в одном. Подходит для купания. С одной стороны это мочалка, а с другой стороны щетка. Выполнена из искусственного ворса. Ручка сделана из пластика полипропилена. Длина 37 сантиметров. Щеткой можно и спинку потереть, и для массажа подойдет. Четыре расцветки в ассортименте, сделаны в Китае. Цена 99 рублей. Шарик для стирки. Выполнен из ПВХ. Во время стирки его можно добавлять прямо в барабан с вещами, и при этом вещи будут меньше мяться. Цвета в ассортименте, цена 55 рублей. Набор мешков, упаковки 3 штуки. Размер 100 на 60 сантиметров, максимальный вес, который смогут выдержать, 25 килограмм. Такие мешки подходят для многоразового использования. Выполнены из полипропилена. Цена за набор 77 рублей. Кабель USB с функциями передачи данных и зарядки. Длина кабеля 100 см, 1,5 ампера. Есть три варианта, это micro-USB, Type-C и зарядка для iPhone. Цвета в ассортименте, цена кабеля 99 рублей. Колготки детские с рисунком. Состав 98% хлопок, 2% полиуретан. Цвета и размеры в ассортименте. Самые маленькие колготки подходят на рост ребенка 99 см на 3-4 года. Самые большие на рост 122 см, это примерно на 6-7 лет. Сделаны колготки в Китае, цена 149 рублей. Вешалка с крючками, продается набором, в упаковке 3 штуки. Выполнен из пластика полипропилена, качество хорошее. Цвета в ассортименте, цена набора 99 рублей. Планка с крючками на полку, длина 26 сантиметров. Планка на 6 крючков, выполнена из окрашенного железа.
Такую планку можно разместить на полке шириной до 7,5 см. Можно использовать для организации дополнительного пространства, повесить на нее чашки, кухонные аксессуары, половники, лопатки. Также отличный вариант использовать в шкафу, разместив на этой планке ремни, платки или сумки. В Экспрессе в ассортименте планка в черном и белом цвете. Точно такая же есть на Озон. Стоит она 299 рублей. В Фикспрайсе ее можно купить в 3 раза дешевле. Здесь цена 77 рублей. Сегодня также огромное количество новогодних новинок. За ними просто не угнаться. Они появляются на полочках магазина Фикспрайс буквально каждый день. Все очень красивые и крутые. Глаза просто разбегаются. Декорация елочная подвесная с подсветкой. С обратной стороны кнопка включения. Батарейка уже в комплекте. Игрушка светит не очень ярко. У нее теплый белый свет. Световой поток всего 3 люмена. Очень красиво сделано. Состав дерева: ПВХ, джут, полистирол, полипропилен, медь и сталь. При желании батарейку можно заменить. Срок службы светодиодов, гарантированный производителем, 50 тысяч часов. Цена одной игрушки 99 рублей. Декорация подвесная, игрушка, девочка на лыжах. Похоже на ангелочка. Красиво сделано. Состав полиэстер, полистирол, дерево, бамбук. Красивая игрушка, цвета в ассортименте. Цена 77 рублей. Еще одно елочное украшение – это совята, крепится на клипсах. Очень легкие, красивые, выполнены из пенопласта. Птички маленькие, цена за 2 штуки 149 рублей. Новогодний светильник «Снеговичок», высота вместе с шапкой 30 сантиметров. Снеговичок еще и светится, кнопка включения находится внизу. Очень позитивный, красивый снеговичок, светит приглушенным теплым светом. Совсем не ярко, световой поток всего 10 люменов. Шапочка мягкая, сделана из полиэстера и синтетического волокна. Сам снеговичок, корпус, лицо и ноги сделаны из доломита. Есть еще и второй вариант, снеговичок в розовом цвете. Срок службы светодиодов, гарантированный производителем, 25 тысяч часов. Даже без подсветки под елкой такой снеговичок будет смотреться красиво. Стоит он 299 рублей. Еще одна красота, декорация настольная, ангел. Высота 40 сантиметров. Еще этот ангел похож немного на гномика. Все аккуратно сделано и прошито. Игрушка на длинных ножках. Сделана из полиэстера, стали, дерева и ПВХ. Красивая маленькая куколка. Похожие продаются в магазине обе. Я, по крайней мере, такие там видела. И там они стоят дороже, чем в Фикспрайсе. Классная новогодняя игрушка. Я себе такую точно возьму, под елочку поставлю. 3 цвета в ассортименте. Цена в магазине Фикспрайс 299 рублей. Венок искусственный, новогодний, диаметр 20 сантиметров. Сверху венок украшен искусственными елочными ветками, ягодами и настоящими шишками. А сам венок выполнен из ротанга. Сверху есть джутовая веревочка, с помощью которой венок можно подвесить, например, на входную дверь. В ассортименте есть в золотом и в серебряном цвете. Элементы декора также отличаются. При желании венок можно взять за основу и дополнить своим декором. Цена такой новогодней декорации 299 рублей. Следующую новинку разбирают просто как горячие пирожки. Пока я была в магазине, от целой горы осталось всего несколько игрушек. Декорация состоит из паровозика и 3 маленьких вагончиков. Все выполнено из дерева, колеса не крутятся. Просто как чисто декоративная деревянная игрушка. А вот так выглядит паровозик в собранном виде. Все детали ровные, аккуратные. Между собой вагоны скрепляются стальными элементами. На мой взгляд, это отличная идея новогоднего подарка, новогоднего сувенира. Продается все в подарочной коробочке. Вполне презентабельный вид. Думаю, что такого красивого паровозика не откажутся ни дети, ни взрослые. Очень уютная и красивая игрушка. Паровозики между собой отличаются. В ассортименте всего 3 варианта. Классная игрушка. Стоит в магазине Фикспрайс такой паровозик 199 рублей. Лента новогодняя декоративная, выполнена из льна и нейлона. Ширина 4,5, длина 300 сантиметров. Большой выбор, ленты между собой отличаются. Цена за один клубок 99 рублей. Маленькая искусственная декоративная елочная ветка, длина 25 сантиметров. Цена 77 рублей. Большой выбор новогодней упаковочной бумаги. Упаковки 1 лист размером 68 на 100 сантиметров. В том году к Новому году бумаги уже не было, поэтому сейчас я смотрю, люди покупают совсем заранее, уже в октябре с удовольствием берут эту бумагу. Кстати, цена с того года не изменилась, бумага по-прежнему стоит 27 рублей 50 копеек. Мне кажется, дешевле, чем в Фикспрайсе, бумагу не купить. Гирлянда новогодняя снежное кружево, серия металлик появилась теперь со звездами. Длина 2 метра, работает она от батареек.
Для вашего удобства в прошлом видео я показала, как работают все гирлянды, которые продаются в новогодней серии. Такая гирлянда тоже была, только была не в виде звезд, а немного другой формы. Если пропустили видео, хотите посмотреть, какие еще гирлянды можно купить в Фикспрессе и как они работают, то ссылку на это видео оставлю в описании. Там я еще показываю много других интересных новогодних классных новинок. Стоит такая гирлянда 299 рублей. Еще одна упаковочная бумага, она отличается красивым металлическим эффектом. Эта бумага дороже. Ее размер 70 на 100 сантиметров. За счет того, что она голографическая и блестящая, бумага стоит 77 рублей. Бальзам для губ «Бархатные губки». Смягчает и питает кожу губ, устраняет шелушение. На выбор лесная малина, зеленое яблоко и айс-кола. Производитель Fito Cosmetics, цена 27 рублей 50 копеек. Очищающая грязевая маска для лица торговой марки «Гималая». Подходит для комбинированной и жирной кожи. Глубоко очищает, тонизирует и омолаживает. В составе отбеливающей глины и грецкий орех. Изготовитель – Объединенные Арабские Эмираты. Объем 75 мл, цена 99 рублей. Еще одна новинка от этого же бренда – это защитное мыло с нимом и куркумой. Отличная защита от микробов. Масса 125 грамм, цена 50 рублей. Производитель тот же. Туалетное мыло Palmolive, масло макадамии, подходит для лица и тела. Кусочек массы 90 грамм, стоит 55 рублей. Еще одно мыло, тоже Palmolive, ягоды асаи и овес. Здесь кусочек уже побольше. Масса 150 грамм, цена 77 рублей. На сегодня это все. Желаем отличного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Увидимся очень скоро. Всем пока!